я буду говорить на русском, чтобы быть понятым и представителем. Я буду говорить на русском языке, чтобы быть понятой, потому что мы находимся у представительства Украины в Армении, и мы пришли сюда, чтобы донести наше слово до сопротивляющихся, до Майдана, которые стоят героически уже 2 месяца. Майдан переживает очень тяжелые времена. Мы прошли через это, и мы знаем, что на Майдане тот же почерк, что был принят здесь у нас, это почерк Кремля, это почерк тех сил, которые хотят подавить волю народов всех тех, кто борется за свои права. Это постсоветское пространство. Вы посмотрите, что творится в Казахстане. Вы посмотрите, что творится здесь у нас, что творится в Белоруссии и во всех тех странах, где люди просто выражают волю, и где люди хотят быть свободными и поменять качество своей жизни. Дорогие украинцы, шановні, кохані друзі, ми, сопротивление, представители сопротивления Армении, с трепетом в сердце следим за тем, что происходит у вас там на Майдане в Киеве. Только человек черствый и бессердечный может оставаться в стороне и не донести до вас свое слово. Очень трудно наблюдать за тем, что там происходит. Может быть, легче нам...